Hey, yo guys, с вами Шумики, и мы продолжаем проводить игруху под названием Darksiders 2 Definitive Edition. Так, в прошлой серии мы с вами попали на какой-то корабль. Нам нужно теперь отправляться на арену. А на арену нам придется отправиться. Так, что у меня по предметам? Сразу вспоминаем. Перчаточки. Ладно, такое себе. Погнали убираться с корабля. Если не ошибаюсь, нас должны были привести на арену, да? Да, золотая арена, сейчас пойдем. По миссиям. Палка в камне. Я разве не сдал это задание? А, все, могу сдать его. Убьем эхидну, потом вернемся к гному. Без молока, вы нашли пропавшего хранителя в укромном месте. Ну блин, а где мне искать этот камень сам? Давайте пока по сюжетке. А там посмотрим. Нужно было у того челика хилки купить. Ага. Мне постоянно вот так придется, что ли, добираться? Уж слишком долго это без занятия. Окей. Ух, мать. Пец они здоровенные. О. Скелет решил не вылазить. О, этот, тут этот как раз. Может, у него купим? Так, страница книги. Тут тоже книги все-таки есть. Ясненько, я думал только в том мире книги. Листочки от книг. Что расскажешь мне? Подходи, налетай. Покупай мой товар. Снова ты? Как ты сюда попал? Торговцу ведомы многие пути. Не о всех он может рассказать всаднику. Ну давайте торговлю, я думаю, посмотрим. Хорошо, выбирай. Да, сейчас выберем. По сути, мне коса. Нужно это обдумать. Очень дорогая, но. А только у меня только 8000, ё-моё. Это херово. Очень херово. Давайте купим хилки. Тебя ждет трудный путь. Ноша не должна быть слишком тяжелой. Так, королевская плата. Так, золотая арена. Тут ничего. Ага, здесь у нас тоже эти камешки, хорошо. Давайте я на пистолет переключусь. Арена это ж заключ... Ну как бы, предполагается, что будем сейчас воевать, сражаться. Нажмите Е, чтобы взаимодействовать с фонарем. Ага. Хорошо. Так, рука. Один сундук снизу. Мне нужно баблище, чтобы потом купить хилище. Ух ты. Довольно неплохие рукавицы.
Плюс опыт, ну тут сопротивление сила у нас. Сила это ж получается урон, да, который мы можем нанести. И вот это мне интересно, талисман. Вообще ни хера не дает, но очень дорогой. Вот я могу драться на этом, но... Я еще ни с одним не сражался именно по этой хере. Раз... Ой, а где еще сундук стоять? Бля, с этой стороны что, тоже был сундук? Что потом не возвращаться сюда? Я не могу. Окей. Ну, камешков нам до хера нужно этих еще собрать. Еще какие-то камни силы нужно собрать, найти. Что, большое это место? Ну, вот это уже ближе похоже на арену. Внимание! На арену выходит претендент. Но что ему нужно? Освобождение от смерти! Нет. Он еще жив. Тихо. Он сам все расскажет. Говори, претендент. Я собираюсь победить вашего чемпиона. Все претенденты так говорят, но большинство умирает в муках. Их души погибают, а наш чемпион становится все сильнее. Хватит! Давайте сюда вашего чемпиона. Да. В нем чувствуется сила. Он может сделать то, что задумал. Но наш чемпион не собачка, которую можно позвать. Ты должен привлечь его внимание. В этом алтаре его сила. Души всех, кого он победил. Три камня душ ты должен положить на алтарь. Тогда наш чемпион восстанет. Окей. Добро. То есть мне нужно во врата входить. Гробики не ломаются, ломаются. Сюда, походу, мне нужно потом прийти, когда я уже все сделаю, да? Наверху как бы тоже прохода нету. Или есть? Тут закрыто все. Ага. А это тоже спуск вниз, хорошо. Так, немного я что-то не понимаю. Куда мне идти? То есть мне сюда вообще еще, да, рано? Окей, побежали тогда обратно. Не-не-не-не-не-не-не. Я на карте вижу какой-то здесь разрез. Там скелет внутри. Ох, манать.
теперь понять, что делать. Они показывают все туда. Ага, все вижу. Так бы сразу сказали. Сундучок вижу. Косы. Не, лучше пока пистолет, это на обратном пути будем юзать херь, да, это? Лучше не падать. Катакомбы, катакомбы. Ну, денежки хотя бы дают. Это невозможно. Да, что-то и полезное даю даже. Ой, хил. Мы это как раз сейчас повыбиваем, а потом на обратном пути все это пособираем. А, вот это и является арена. Типа, давайте мы... До хера... Кажись, я справился. Ты один всего лишь. Окей. Ой-ой-ой-ой, в спину ж как херячат. Все. Так. Это невозможно. За этой хилочкой я вернусь. Там прохода тоже, да, нет? Не, за камушками я буду собирать, если услышу их где-то, будем собирать. Потому что это полезные вещи. Так, слышу какую-то ловушку в виде пил или что-то типа того. А, это лучик такой делает звук. Чего? Так, мне нужно чем-то взорвать. Добро. Наверху тоже не попасть. Туда тоже не проникнуть. Окей, что вы мне предлагаете? Я туда не попаду никак. Да уж. Там прохода даже нету нигде. Ну, допустим, давайте сюда. И все, куда дальше? А дальше никуда. Уеф. Я не могу.
Я не успею за это время. Мне нужно... А, стоять. Что я туплю? Нет. Класс. А почему с этими бомбами типа не работает? Я по сути понимаю, что мне нужно сделать, но... Все же. А, я просто... Хера фиолетовые. О. Так, поставить. Чувствую, будет какая-то фигня сейчас с ними. Так. Сразу на пистолет переключаемся. Самый логический, куда я могу пойти сейчас. Что, с собой нужно взять? Походу, что да. Ладно, пойдемте с ней. А, да. Так. Next. Готово. Так. Пеколь. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Пока что денежку я зарабатываю на самом деле. Нормально. Так. Камень душ. Камень, наделенный силой, оживляет спящие ужасы. Для того, чтобы возродить чемпиона арены, нужен каждый из трех камней. Добро. А, деньги мы не взяли. Хорошо, что я пистолетик взял. О, сейчас супер дроп дадут, потому что это уже редкие. Насекомые. Да? Редкий сундучок дадут мне ж? Они же с печати повыходили. Ничего себе рукавица. Не, ни хера мне не дали. Ну ладно. Ой, я ж там апнулся, точно. Я ж там левел ап сделал. Вы это сейчас серьезно? Она не сюда идет. Ё-моё. Хотя это что же, блин, это 20, он вообще никак с этим не связан.
Ай, ладно. Потом, если что, куплю у этого обнулитель. Куплю обнулитель. Ну-ка, сколько он там стоил, я не помню уже. Косарь. А, свиток душ... А, суди душ. Следуйте в этом направлении, чтобы выбраться из лабиринта. Судья душ. 3-3. ДБ. ВВНЕ. Я слышу где-то камень душ. Ага. А, камень силы. Ясненько. Что, здесь дадут ключик? А, карта, хорошо. Полетели, полетели. Тут нифига. Так, это сокращение пути сверху. А нет. Ну, туда вообще можно потом подняться. А. Так, да. Окей. Один готов. Так, а вот этот помощнее, чем остальные. Попрочнее будет. Ну, их все равно это не поможет. Бля, мне интересно, сколько у меня серий выйдет Skyrim, если я буду проходить, если я эту прохожу уже сколько игрулю. Пойдемчик наверх мне найти. Ага. Бац. Готово. Так, какой-то механизм сработал. Вопрос какой? Так, снова фонарик. Если будет хилка, я тогда сейчас заюзаю то, что у меня есть. И. Ага. Окей. Я могу еще туда пойти. Ну как так посмотреть, там, кажется, нифига нету. Поэтому пойдем в эту сторону. Но откуда именно? С той стороны сундук. Денежка. Денежка. Вот так как раз уничтожаем все с вами подряд и получаем монетки. Да, хорошо, мне нужна рука.
пистолетик. О, как раз сейчас мы с вами этот заберем. Сундук. Ты какой он. Там что-то хорошее должно быть. Коса. Чисто ради косы. Да, ну такое. Так, и зачем мне бомба? Ага, все, я понял. Понял, понял, понял. Взрываем статую. Бац. Держу в курсе. Почему, блин, эта херь так и рядом находится? Мне так неудобно передвигаться. Так, минуточку. Вот я тупой. А почему я тогда мог взорвать статую? Почему я теперь ее не мог взорвать? Может, сразу и туда мне закинуть бомбы? Или хотя рано еще. А, тут свои бомбы есть. Если так, тогда... Тогда делаем вот так. То это если мы сейчас откроем себе обход, чтобы не мучиться. Во-вторых, можно попытаться сделать вот что. Ау. Не туда немного запульнул. Сейчас пойдем заберем. Я что, зря ее сюда принес? Не, не зря. Окей. Пойдем в ту сторону. Заберем последнюю страницу. Ага, глава книг мертвых. Глава книг мертвых восстановлена. Этот предмет можно подать в Альгриму. Так, следующее. Нет, ну нет, ну нет. Ты что творишь? Так, поехали. Сундук. Сундучок. Ну, как обычно, деньги, понятное дело. Тоже ботинки хорошие. Довольно хорошие ботинки. Виток судьбы душ. Следуйте в это направление, чтобы выбраться из лабиринта. Они... Я не понимаю, зачем они мне.
ладно. Надеюсь, это нужно. Кстати, а где я фонарь мог поставить? Где я мог поставить фонарь? Ну вот опять, ну бля. Это начинает бесить. Это правда говорить. Так, поехали. Он опять это делает. Он так и хочет, чтобы у меня жопа сгорела. Окей. Возьму с собой. Жаль, не могу взять. Хотя нет. Ай, блин, там мне все равно прыгать вниз придется. А, спрыгну вниз. Я ж не умерла от этого. Реликвия этого года. Да, я ж от этого не умираю, в принципе. То могу и так спрыгивать. О! Еще одно огромное место. Уже хилки дают. Значки ярости. Все. Все. Они из могилок, что ли, вылазили? Ага, они из могилок вылазят. Окей, готово. Еще плюс одна хилка. Опять глистаки. Лучники? Нихера себе. Вот это лучники, это что новенькое? Ой-ой-ой, тихо. На! На! Нужно чертей этих мелких сразу убивать. Ай. Я не знаю, что они за крик делают. Мне кажется, нужно их убивать за это. Ой, он промазал.
Все? Это невозможно. Возможно. Он же мне не до конца, да, отхилил? Не до конца. Так, второй кристалл получен. Камень душ. Так, там какой-то мини-тронный зал. Чем-то на арену смахивает. Что, серьезно? Тут ничего нету? Так, наверх проход вижу. Нифига себе хилок. Блин, зря я походу потратил несколько косарей, чтобы закупиться хилками. Минус денежки. Оп. Блин, а там сундук. Сейчас полетим за сундуком. Так, кос. Ух ты ж, ё-моё. Косы лучше, чем мои. 123-142. Да, они лучше моих, но... Здесь защита 102. Урон от молнии, но это не так важно. Поэтому... А тут только магия. То. Но магия у меня тут хиленькая. В принципе, я думаю, на этом можно даже закончить. В следующей серии закончим мы полностью уже арену. И пойдем дальше. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.